И здесь ситуация 3 дня назад. Продавали мы машину Галкину. Пришли, продали, все. Ну и, короче, с человеком, человек уже в машине, приехали ставить на учет, на регистрацию. К областному ГАИ подъехали, и машины там стоят, так, стоянка. И он заезжает, пацан, сам, и встает. А я тут встал на машине, не заезжая на стоянку. Вдруг летит мент, капитан, а машин много-много. Так, кто эту машину поставил? Я говорю, гражданин начальник, я говорю, ну вот человек, он, и говорю, там знака что нет, не видел, там начинает. А я говорю, да гражданин начальник, я говорю, вы не волнуйтесь, сейчас он уедет. Ну человек вот не увидел, то все. А он видит, как я прикину, знаешь, ну он свое начальство хочет показать. А мне похуй, вот пока не выйдет, я не отъеду, и пусть все ждут. Вот из-за него и пусть все ждут. И я так на него посмотрел, а все смотрят люди. Я говорю, так выходит, ты им объявляешь, что из-за меня они все ждут. Да, из-за тебя тоже. Вот и пусть подождут. Я тоже подожду, у меня времени много. Я говорю, начальник, ты настолько глупый. И думаешь, что здесь кто-то сейчас скажет мне? Вот сейчас. Ты дождешься, кто скажет, ты че, из-за тебя нас? Да пусть только попробует, блядь, рот открыть кто-то. А человек 200 народа стоит. Мужиков, парней. Ну, представляешь, ставят на учет. А я прямо все услышал, говорю, и ты что думаешь, здесь кто-то найдется? Потому что меня все знают. Мне кто-то сейчас сказать, слышь, из-за тебя мы, пусть только рот кто-нибудь откроет. Ты че, я говорю, детские писюнки-то эти прокладываешь, а? Че думаешь, тут сейчас все замущаются, а, блядь, понял? Ну, такая, ну, чисто вот это, блядь, детская, блядь. Вот все будут страдать из-за тебя, понял, если ты. У нас в России чисто такая позиция была. Человека сдавить коллективом. Понимаешь? Человеком, к человеку давили коллективом. Поэтому какая-то выходит бабка, а вы почему здесь на лестнице стоите разговаривать? А почему мы не должны здесь стоять на лестнице? А вы кто такая, чтобы мне... Я старший по подъезду! Старший по подъезду! Просто дикость, дурость, блядь. Все говорят, на, приходит или вот звонит в квартиру. Все решили поставить домофон на дверь. Надо по 15 тысяч рублей. Я им говорю, слышь, да мне не надо ваш домофон, он мне не нужен, я не дам 15 тысяч, мне не надо домофон ваш. Вот. Ну, если вы не дадите, значит, никому не будем ставить. Прикидываешь? Значит, никому не будем ставить. Так это вы им плохо сделаете, мне-то что, мне и не надо ставить, я и не хочу. Вы людям плохо сделаете, вот они будут за тебя страдать. Они на вас жалобу напишут в суд. И вас поимею, давай, давай. А я платить не буду, вам мне не нужен домофон. Понимаешь? Вот всем не будем ставить, понимаешь? Вот такая вот. Детский сад. Так людей взрослых на этом воспитывали, Вань. Детский сад, это вот мы сейчас сидим и об этом говорим. А когда это видел я своими глазами, молодыми глазами, взрослых мужиков, взрослых женщин, которые мне говорили с пеной у рта, а потом случился 90-й, и 98-й, вот этот 8 лет периода, и когда я тех, кого встречал, с великим удовольствием говорил, Калек, помнишь, ты мне говорил? Ну и как? А? Много тебе сейчас дала Родина за свои заслуги, да? Пенсию не имеешь, даже последние деньги в банке потерял сейчас, да? Родина тебе много дала, да, за тебя она, смотри, как побеспокоилась сильно. То-то я вижу, трамвая ждешь, а я на Мерседесе поеду, до свидания. Понял? Вот вся разница у нас.